Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас очередной популярный набор. Это набор от компании Hyundai K98. Состоит набор из 98 предметов. Компания Hyundai выпускает, кроме автомобилей, также автоаксессуары, компрессоры и также идет инструмент. Инструмент высокого качества, профессиональный, имеет положительные отзывы. Сейчас покажем вам по комплектации набора K98. Поставляется в картонной упаковке, то есть качественная очень полиграфия. И написано у нас, выготовлено за лицензию Hyundai Corporation. Изготавливается, сделано в Тайване. Вот такой набор. Очень удачная комплектация данного набора. Практически все есть в комплекте. Два рабочих квадрата. 1,2. 1,4, трещотки на 72 зуба, имеют реверс, быстрый сброс, рукоятка обрезиненная, то есть поближе. Трещотки можно разбирать, откручиваются винты вот сверху и два снизу. Трещотки, кстати, в хюндайских наборах высокого качества, и вот, когда прощелкивать, практически не слышно щелчков, то есть очень плавная трещотка. И трещотка также на 72 зуба, под квадрат 1,4, тоже с реверсом, с быстрым сбросом и обрезиненной рукояткой. Материал изготовления инструмента в наборе хром-ванадий. Пассатижи 180 мм. Весь инструмент в наборе смазан маслом, поэтому он жирноват. При покупке сразу вытирайте, потому что он весь обработан. Клещи переставные 250 мм. Отверточная рукоятка. В данном наборе нет переходника под биты и нет бит под квадрат 1,4. Здесь ее можно использовать с головками маленькими под 1,4. Или если есть у вас дополнительный комплект бит с переходником, можно использовать данную рукоятку. Два кардана, 1,4 и 1,2. На каждой единице инструмента надпись Hyundai. Карданы разборные, то есть скреплены не вставками металлическими, а штифтами. Вот такие. Так, удлинитель под 1,4. 50 мм. Удлинитель 250 мм под 1,2 и 75 также под 1,2. Удлинитель под 250 мм вот с таким переходником можно использовать при будет Т-образный вороток с плавающей головкой. Также этот переходник можно использовать с 3/8 квадрат и на 1/2 переход. С квадрата с 3/8 на 1/2. Головки длинные, здесь их немного длинных, самая маленькая 6 мм и самая большая 13 мм. То есть длинный головок здесь комплект небольшой. Далее две головки свечные на 16 и 21. По профилю. В наборах Hyundai идет профиль головки Super Lock называется. Это усовершенствованный профиль. Он работает как со слизанными гранями болтов, так и с обычными. То есть данная головка намного крепче. И не, если кто уже работал данным профилем, на шестигранный навряд ли перейдет. То есть очень удобная. Самый маленький размер 4 мм. И самая большая на 32. Так, переходник под биты. Вот такой вот под 1/2. Биты у нас в верхней крышке идут торкс. Есть шестигранные, крестовые.
шестигранные крестовые и шлицевые. Подбираете нужную биту, вставляете в данный переходник и можете использовать или с воротком, или одевать трещотку, также удлинитель. Есть биты также длинные, под торкс. Здесь их 6 штук. Вот такие. Инструмент хорошо сидит в гнездах, то есть не вываливается. Отвертки в наборе 5 штук их, крестовые и шлицевые. Ключи комбинированные, 8 штук, самый маленький на 6 мм, видите, Hyundai, с этой стороны Chrome Vanadi. И самый большой ключ на 19 мм. Очень хорошо отполирован, то есть нет следов литья. Качественный инструмент. Так, по комплектации. Вот еще у нас Т-образный вороток под квадрат 1,4 также присутствует. Так, кейс. Кейс пластиковый. Запирание на пластиковые защелки, ручка здесь у нас складывающаяся, обрезинена, также она, то есть ее можно отсюда вытягивать, снимается полностью. Сейчас я кейс закрою. Кейс у нас не маленький, то есть достаточно габаритный. Ну, по качеству пластик жесткий, практически не прогибается. Ну, а здесь вы видите логотип Hyundai. Вот я покажу поближе. Ручка слаживается. Здесь, ну, качественный инструмент видно сразу, когда ты только открываешь, даже по кейсу. Поэтому присмотритесь. И мы, как всегда, рекомендуем, если инструмент качественный. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.